Здравствуйте! Мы находимся на нашем объекте в городе Старовецк, где продолжается строительство дома по индивидуальному проекту. Сейчас я расскажу про этапы работ, которые мы сейчас тут производим. Один из этапов работ, которые мы сейчас производим, это наружная отделка. Снаружи дом отделывается фасадной доской, профиль 145x20, доска окрашена на производстве. Монтаж ее идет вертикально, крепление идет ершовыми гвоздями с помощью пневмопистолета. Цвет и, соответственно, монтаж вертикально выбран не просто так, а для соответствия нашему проекту. В целом дом уже приобретает те очертания, которые были в него заложены. Параллельно с наружной отделкой ведутся работы по утеплению дома. На данном объекте не совсем стандартное утепление. Обычно мы свои объекты утепляем базальтовой плитой. Здесь же у нас утепление идет эковатой. Уже смонтирована специализированная крафт-бумага, набита обрешетка и непосредственно идет задувка утеплителя. Для данного объекта выбран сухой метод задувки эковаты. Следующими этапами по наружным работам у нас это монтаж террасной доски и окон. Для внутренних работ у нас утепление пола и монтаж инженерных сетей, отопление, водоснабжение, канализация и монтаж электрики.